Давайте читать стихи. Высокая поэзия никогда не устаревает. Она вечна, и она всегда даст ответы на все вопросы, на все сомнения и на все терзания. Давайте читать стихи. Евгений Абрамович Бородинский, замечательный поэт, современник Пушкина, одно из любимых моих стихотворений. Мой дар убог, и голос мой не громок, но я живу, и на земле мое, кому-нибудь любезно бытие. Его найдет далекий мой потомок в моих стихах, как знать. Душа моя с душой его окажется в сношении, и как нашел я друга в поколении, читателя найду в потомстве я. Замечательное стихотворение. Я думаю, что у каждого из нас, пока мы находимся дома, есть возможность только протянуть руку из книжной полки, взять томик стихов и выучить хотя бы одно. Пусть это будет Евгений Абрамович Боротынский, современник Пушкина, пусть это будет другой поэт, но Боротынского особенно рекомендую, ведь у него муза обладала лица необщим выражением. Итак, один день, одно стихотворение, дни дня без строчки, которые мы обязательно запомним.